Сегодня видео будет вот такое странное. Я ничего днем не записывала, потому что как-то, не знаю, не хотелось. Дима поздно пришел со смены и спал практически до 5 или до 6, как-то так. Вот. Поэтому видео сегодня не будет. Сейчас сижу в ноутбуке, смотрю сериал. Вот. Снова начала думать о том, что... Ну, не надо мне рыпаться. Ну, по поводу, типа, много у меня хочу. Типа, хочу полететь, хочу это, хочу то. Ну, просто все равно как-то мечтаю. Думаю, что все реально. Но с другой стороны, если так посмотреть, то это просто не всем дано. Вот. Ну, я, наверное, из таких, кому это не дано. Ну, у кого-то, знаете, в жизни предначертано там путешествовать, чтобы жить хорошо, познавать мир, быстро учить разные языки. Кому-то это дается с трудом, кому-то это вообще не дается. Вот. До меня это, к сожалению, слишком долго доходит. Я только сейчас увидела, что у нас во дворе появилась елка. Прям елка. Смотрите, вот она. Обалдеть. Шок-контент. Так что, если у меня не получится полететь, попрошу понять и простить. Вы знаете, что я пыталась. То весь прошлый год я пахала в прямом смысле этого слова. Но все может быть, все меняется. И не все мечты, к сожалению, осуществимы. Точнее, не для всех они достигаемы. Вот. Всем пока. Наверное, к этому видео тоже будут отключены комментарии, к сожалению. И я не смогу снова с вами, ну, не то чтобы пообщаться, почитать ваши мысли, вот. Так что, пусть у вас ваши мечты и ваши цели обязательно сбудутся у вас. Я вам отдам частичку... как сказать, своих положительных моментов и сил. Вот. Так что у вас все обязательно получится. Не смотрите на других. И не смотрите на таких, как я, которых, возможно, не получится. Вот. Может, вы как раз из тех, у кого это получится. Я буду очень рада. Все, ладно.